Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас батёк официал врывается. Мне в Телеграм пишут, господи, я не знаю, что происходит. Но это реакция батя и обмен жизнями. Мы смотрим этот видос. Поехали, посмотрим. Залетайте в мой Телеграм-канал и ставьте лайки. Еще пишите комментарии. Поехали, господа! Друзья, всем привет! Здравствуйте! Перед просмотром данного видео хотел бы вам сообщить, что мы с Троицкой, с моим сыном, запустили конкурс с денежными призами. Все условия в нашем салоне... Хорошо, хорошо, спасибо, мы это проскипаем. В реакцию попал, блядь. А тут король и шут играет, это нормально? Лес. Восхищаюсь розовой зарей. Нифига себе, блин. А им АП не дали? Там стоял, клубился белый туман. Во враге под горою шелестела листва. А это нормально? Я пока лучше офну, ну на всякий случай, потому... Продолжение сна... Ой. Витя, ты помнишь, что я завтра уезжаю? Куда? До мамы картошку сажать. Я же тебе говорила. Понятно. Борщ я сварила, вам с Раисом на 2 дня хватит. В смысле? Ты что, его с собой не забираешь? Витя, я же туда не отдыхать еду, а работать. Так пусть вам помогает. Не надо, он мне только там мешать будет. Лена, ну пожалуйста. Все, я сказала, разговор окончен. Дрова за собой убери. Блин, слушай, они реально же, походу, где-то это в деревне снимают. Такие дома прямо реально деревенские. Вряд ли они отстроили, давайте будем честны. Не, да не пиздите мне! Не может быть на одной пластинке король и шут, а на второй вот это. Это тоже хорошо. Здорово! Ну кто в деревне был, тот поймет, блин, к нам у всех вот эти вот есть типы, блядь. А я нахуй не понял, почему ты поросят не накормила? Серёж, я забыла! Ну правильно, что, свое брюхо набила? А поросята пускай хуй сосут. Ебать, это так все в открытую. Они не боятся авторского права матеряться без... Говори, завтра Ленка поедет к матери картошку сажать. Вместе с ней попиздуешь. А зачем? Хорошо поработаешь, дай бог осенью картошка перепадет. А можно я Вадика с собой возьму? Это еще кто? Ну сынок наш. Это кто еще говорит? Не, не получится. Сынок, кто будет ебать, где что ли? Кстати, чуть не забыл, шпалы должны будут принести. Надо будет разгрузить. Ты же знаешь, у меня спина больная. Да, о, у меня тоже больная спина, кстати говоря. Леш, конечно. Ладно, Светик, как здесь закончишь, можешь пойти в дом отдохнуть. А я пойду, пока свои розы полью. Что? Поменялось тут все как-то. Полю погибает. Полить-то некому. Переворот вселенной, блин. Пап. 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 Что тебе надо? Пап, я есть хочу. А мать где? Она уже до бабушки уехала. Ну заходи, возьми в холодильнике. Мать там на 2 дня приготовила. Я уже все съел. В смысле? У меня был стресс. Вадик украл у меня машину. Подожди, какую еще машину? Это, ну мой Гелендваген в игре Grand Mobile. Так и знал, блядь, реклама нахуй. В игре Grand... Так и знал, блядь, что-то как-то не по канону пошло, блядь. Так, вот, поехали дальше. Нихуя себе. Коровники есть точно. Подождите! Блин, я только что понял, что у них реально какие-то атмосферные видосы, реально. Ты чё здесь, давайте... То есть прям чувствуется какая-то деревня, лес, там все дела. Побыстрей! И вот, я тебе говорю. Галя, подожди! А реально атмосферная? Сюда в этом году грибов совсем нет. Папа, вы знаете, какие грибы надо собирать? Конечно, знаем. Просто наш учитель по биологии говорил, что в лесу много ядовитых грибов. Да, их тяжело отличить от съедобных. Все, не дурите голову. В наших лесах только съедобные грибы. Это второй сын, так понимаю, появился? Андрей, аноним, блин, чуваки, вы что, на реакцию хотите попасть? Ну, спасибо, спасибо, спасибо большое за донатики. А вот и наши клиенты. Блин, я вот кушать хочу, они грибы жарят, вам не стыдно? Папа, я уже кушать хочу. Ну потерпи ты немного. Петрош, ты долго там нет. А вот и наши грибочки. Одни грибы жрут, это что за бред, блин? Просто грибы, блин, пожарил. Папа, нет. Что-то какой-то странный вкус у этих грибов. Сейчас начнется что-то еще странное. Блять, не придумывайте, грибы как грибы, нихуя необычного. А потому что, Серёж, натуральных продуктов никогда не ели. Привыкли свою химию жрать.
Вадик, а что у тебя с лицом? Ты бы свое видел. Во-во-во-во, грибы вот они. А что с ним? Серег, ну это же точно шампиньоны, да? Спят, устал. Тяги. Ты меня мало знаешь, а вот тебе материнство. Сука, они даже вот эти, как это, пельмени уральские, это вообще, это так атмосферу добивает. Прям реально деревня, просто дом в деревне. А я не понял, а что в этом доме телевизор выключать разучились? А чё лица нету? Почему лица не показывают? Ну что, Петрович, с пробуждением? Сынок, что происходит? Какой я тебе сынок? Это я Серёга. Серёга, это что? Я сам в ахуе. Видимо, у грибов был какой-то эффект. Погоди, если мы это они, то они это мы? Они батями стали, поняли? Нет, но это 100% временный эффект. Вечером уже все пройдет. Самое главное, чтобы никто ничего не заподозрил. Понятно? Так, какие у вас планы на сегодня? Что вы должны были делать? Дед Петрович, у нас сегодня страница выступления в музыкальной школе. Слышал? Сегодня нас с тобой в музыкальную школу. Ну пойдем, что делать? Трясет, лежит, блин, салом. Папа, а нам с Вадиком что делать? У нас сегодня Серега выходной, поэтому вы сидите дома и никуда не высовываетесь. Понятно? У меня чат бушует, чел с реакцией, ну, как бы, я думаю, вы должны отомстить людям, которые еще в чате вам это пишут, как бы, ну, в комментариях. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот и правильно, запрещаю. Курите, вредно здоровью, ребята, осуждаю. А уже курят. Зинаида, иди нахуй, без тебя. Я тебя продам, окаян, чтобы сдохли. О, блядь, давай. Блядь. За своими бы детьми досмотрела. У самой внук наркоман. Ладно, Серег, пиздец, хорошо, пошли в клуб. Бля, мне так нравится, когда в открытую матерятся и не цензурят. Это прям моя любовь реальная. Ай-яй-яй! Я в Ютубе, да? Кранч, привет, все правильно. Твоей семьи. Здорово, привет, спасибо. Спасибо за 10 рублей. Курение вредно для здоровья, ребят, помните об этом. Закурите раз, не сможете бросить никогда. Вадик, я уже устал курить. Я тоже, пошли лучше в магазин сходим. Так у нас денег нет. Раис, мы же взрослые, давай на папу твоего в долг возьмем. Точно! Они даже эту локацию нашли, господи! Мальчики, ну сколько ждать вас можно? Уже скоро ваш выход! А помните, пожалуйста, что нам нужно делать? Мальчики, мы вчера только с вами репетировали! Давайте без ваших приколов! Ваш выход, давайте, идите! Жесть! Блин, я не могу. Вот это уже что-то супер странное. Давайте так. Они вообще АП не боятся. Рейс, пошли на горку сходим. Нет, Вадик, я не хочу. Ну тогда я сам пойду. Вадик, ну подожди. Эх, вот было детство, ребята, было же детство, да? Больше 2006 года, ребята, не поймут, блин. Вадик, ну подожди. Раиса, у твоего папы есть права? Есть. Поехали. Оу! Подо мной
Эпять, как 8. У нее биркин цвета осень, она закурит, но блять, этот чел вообще по не боится, я в шоке, не могу. А я М5, асфальт 8. У нее биркин цвета. Вот как он научился водить? Откуда он умеет водить? Он никогда не водил. Осень, она закурит, но я бросил. Занижает градус Рокси. А я... Мужики, я еще раз спрашиваю, ваши документы? Мужики. Полицейские, а за рулем были не мы. Вы что, меня за идиота держите? Я видел, как вы вдвоем назад перелазили. А хотите, я позвоню папе, он привезет документы. Да ладно. Витя, ты что ли? Ну, Азамат, 4-я рота, морская пехота, помнишь? Помню. Раис что хочет от нас? А это кто с тобой? Это мой друг Раис. Рис? Раис. Рис, блядь. А, с двумя Т. В моем имени нет буквы Т. Ну, понятно, Олег. Витёк, что хотел спросить, какие планы на лето? Может, как-нибудь встретимся, как старые добрые? Нет, не получится. У нас с Раисом на лето уже все распланировано. Мы будем строить домик у нас в огороде, на моем дереве, пока папа его не срубил. Какой еще нахрен домик? Ты что, употребляешь что-то? Ну так, чуть-чуть, грибы, бля, вчера. Да, употребляет. Каждый день. А что это значит? Зачем? Взяли разгон, взяли размах, но я видел, как толпами... А нахуя они употребляют, что значит? Они не поняли смысла слова употребляет или чё? Назад те, кто поехали на деньгах, подо мной М5, асфальт 8. Ты копейку спиздили или чё это? У неё биркин цвета 8. Пятёрка там. Она закурит, но я бросил... Районный прокурор. Сюда! Судья наряд одел. Лениво начал тему. Это новый трек Шугиша, ребята! Кстати, господа! Не слушается дело. Фамилия моя знакома в этих стенах. И все вот это да! Я никто. Как и вы для меня. Я плюю на закон. Диджей в чате. Вы меня в лагеря. А для вас я никто. Осуждаю АП. Привет, Сереж. Привет. Сереж, еда в холодильнике, разогреешь, поешь. А я пошла шпа... Это же его мама получается? Оу май гад! Ой-ой-ой! А давайте я сам перетаскаю! У тебя же спина больная! У меня ничего не болит! Я мигом! А если мать начнет приставать, блять? Цыганка мне одна предсказала, будто я, если сильно полюблю, то любимого сгублю, что измены не прощу и жестоко отомщу, не специально, но со зла, превращу его в осла, и-а. Он очень милым парнем был, но зачем он изменил? И тогда все началось, предсказание сбылось, и внезапно... Пей, Сереж, я еще налью! А я не хочу, это вредно. Это вредно. Блин, я просто пою, чтобы АП перебивать. Сереж, ты что, заболел? Надо тебя вылечить. Сейчас будем лечиться. Я это же пиздец. Тетя Свет, я, наверное, пойду. Если... Или это не тетя Свет? Да я буду у себя в комнате играть в Grand Mobile. Эх, ведьма я! Такая вот нелегкая судьба моя. Витенька, привет. А я сегодня пораньше приехала. Ну вот это тоже, я не понимаю, тетя Свет, что это значит? Он свою маму тетя Света называет или вот это тогда кто? А зачем? Ну как? Вот оно началось, блядь. Зачем? Раиска в музыкальной школе. Мы с тобой одни. То есть и Раиса в музыкальной школе. Да! Его позвать надо. Ну не прикидывайся дурачком, Витя. Ты же хотел попробовать ролевые игры. Бля. Да, игры я люблю. Так иди же ко мне, мой тигр. Так это его мама или кто это? Он увидел рыжую бестию, блядь. Папа, я есть хочу. Серёг, ты? Нет, это я, Раис.
А как... Блять, я не могу осознать. Напишите в комментариях, пожалуйста, блять. Мне очень интересно, кто это был. Вы свои тела обратно вернулись. Пап, какие тела? Ну как, мы же сходили в лес, набрали грибов, поели, отравились, а утром проснулись уже не в своих телах. Пап, ты опять за свое. Ты бы сказала не пить. Да не пил я, ну ты помнишь, ты меня... Да как он играет, а? Разбудил, зазвонил телефон Серёха, предложил сходить за грибами. Предсказал будущее, прикинь? Бедро, здорово, за грибами пойдёшь? Туру-туру. Сколько они короля шута вставляют, я в шоке просто. Ту-ту-ду-ту-р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 у-ту
канала. Все, пока.